Rodrigo para a expulsão. Ну и все сделал Кирилл Романова. Этот невероятный бразилец просто пробежал вокруг всех и отдал вот эту передачу. Кириллу осталось только хладнокровно реализовать эпизод, как в мини-футболе, подставить ногу в пустой угол. Сергей Шептунов появляется, что это уже признание того, что не отыграть три мяча или дает второй шанс Сергею. Руслан Пернай. Для Сергея эта игра может быть отчасти и особенная. Был он в свое время в Кубушском Кристалле, не закрепился. Потом уже играл за Золотой. И вот сейчас в Спартаке. Но футболист часто хочет доказать.